Прячемся! 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 О, отрыжка. Демон. Что ты ел? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем играть с вами в Bendy and the Dark Revival. И в прошлом выпуске мы обидели маленького, добренького, такого миленького Бенди. Я чувствую, что он это нам припомнит. Ой, он нам припомнит. И сейчас у нас задача... задача, в общем, картины найти. Но придется снова стукнуть в дверь, чтобы этот чувак нам снова это все сказал, дал задание. Кто там? Это ты, Фил? Я сказал, что я не открою дверь, пока ты не принесешь мне мои картины. Я их нарисовал и хочу их вернуть. Сейчас мы тебе вернем картины, не волнуйся. Нам вот сюда нужно пойти. Стоп, Бенди. Я слишком мало Бенди обидел. Надо больше. Оу. Здесь нас что-то ждет. Не зря мы так открываем дверь. Стоп. Мы же уже открывали эту дверь. Разве нет? Нет, мы не открывали ее. Это другая дверь. Тут уже эти механизмы. Это, видимо, такая анимация открывания важных дверей. Таким образом, игра прогружается дальше. Значит, здесь снова у нас получается пропасть. Черт подери. Итак, что... Сила принадлежит ему. Сила, мощь. Что-то из этого ему принадлежит. Я ему не принадлежу. Я должен отсюда убраться. Почему ты держишь меня здесь, Бенди? Чернильный демон. Возможно, это какая-то душа нормального Бенди. Я не знаю, я так сейчас чисто накидываю. И нам нужно будет его задобрить, и тогда все проклятие уйдет, и все освободятся. Его глаза видят все, его... Когти разрывают все вокруг. Его шептуны превращают ваш разум во тьму. Необычайный мусор там в голове у вас. Слушайте сердцебиение дрона. Вы обречены. Чернильный демон, он и зверь, и лорд. Его сила слишком обширна для нас, чтобы мы могли ее как-то осознать. Смерть мгновенна, смерть близка. Его могущество простирается за гранью вашего страха. То есть вы даже и представить себе не можете. Вы такого еще не боялись. Наверное, об этом здесь говорится. Че у нас тут? Не сюда. В темноту нужно ползти. Нас все время куда-то в темень пытается. Хотя нам советовала Элис, что в тени оставаться гораздо лучше, чем на свету. И долго не находиться в одном и том же месте. Откройся дверь, пошла ты. Чё? Кто там чё пытается меня напугать? Тень — это мой друг. Чёрные души пробудились. Да ты сказал. Ты чё сказал? Ты мне сказал? Да я всё сломаю здесь. Вот. Голос. Душа. Чернила говорят со мной. Она шепчет твой секрет. Какой секрет? Какой секрет ты пытаешься нашептать, чернила, не выдавай мои тайны? Пожалуйста, я же по секрету тебе Ты ненадежный, ненадежный друг. А, я доверял тебе, чернила. Кто ты? Скажи мне свое милое имя. Могу ли я поглотить это? Погоди, так чернила тебе уже все рассказала. Че ты мне тут начинаешь? Я не играю в эти игры. Ты уже все знаешь, сам можешь ответить на все вопросы. Со мной вообще не разговаривай. Уточка! Что-то важное? Че за уточка? Хорошая уточка. Всегда нужно оставлять немножечко времени для милоты. Даже в страшные моменты. Что-то там сказали, написали, я не прочитал, но я уверен, что вы прочитали, поэтому все в порядке. Вы скажете мне в комментариях. Да, но я не посмотрю комментарии до того, как это видео запишу, поэтому считайте, я в неведении, что вообще. О-хо-хо! Ты заапгрейдился, кстати говоря, да? Он чуть-чуть иначе стал выглядеть. Красочно. Нет! По руке ему ударь! Сейчас будет бежать за мной, да? Он выбьет эту гребаную дверь. Нет, не выбьет. У него нет этой трубы, которая у меня есть. Стоп.
чернильный демон рядом. Его сила безгранична, он очень злой. Вообще, бойтесь его, прячьтесь. И если вы будете долго оставаться, он будет... Он, короче, вас преследовать будет. Подохни. Все, мы в области демона. Это его зона, он тут бог, батя. Что это? Вы собрали первую картину. А их пять нужно было? Их нужно было пять, по-моему. Окей. Мои чернила бурлят, они поглощают. Я чернильный демон. Это моя зона, мои нары. Я здесь ферзь. Ты принадлежишь этому. Все, все, все в порядке стало, да? Мы спрятались, и все хорошо. Открывай. Почему? Труба бессильна, почему? Как так? Запульнуть ее? Ничего нельзя сделать. Не может быть такого. Труба не всемогущая. А я думал, что она такая же безграничную власть имеет, как и сам демон. Кстати, почему именно эта труба? Что в ней такого особенного? Почему она побеждает зло? Ну, то есть, мог бы я бить чем угодно их или нет? Смотрите, мы наконец-таки пробрались, мы взяли еще одну картину. Воу, заходим внутрь, все. Когда мы находим картину, он тут же появляется. Не такая уж и безграничная у тебя сила, да? Раз ты не можешь найти меня просто в обычной, довольно-таки просматриваемой... не знаю, что это такое. Просматривая место. Можно зайти и просто меня достать оттуда. Не такой уж ты и сильный. Я понял. Мне тебя нужно просто не бояться, и все. Так, мы продолжаем наше путешествие. Что это? На всякий случай я бью. Эта труба единственная, чем я могу взаимодействовать с этим миром, поэтому мне приходится ею трогать все. Я не виноват, что кто-то умирает из-за этого. Что это? О, exchange? Ну, exchange, хорошо. И пока до сих пор не понимаю, на что мы... Опа, что это за чип? Вы взяли какой-то карт, ключ-карт. Тут у нас ничего интересного. Открой дверь, бич. Надо быстрее. Тут у нас... Открылось! Отлично, проходим дальше. Стоп. Хорошо, вешаем. А, он сразу знает, куда нужно вешать. Хорошо, еще нужно две картины найти. А куда? Ой, испугался, что кто-то двигается-то. Нам придется вернуться обратно, видимо. Вот здесь мы прошли, вот тут. А здесь и никак. Так, видимо, нужно еще круг сделать. Где-то мы упустили что-то. Ой, что-то долго ползти. Раз мы так долго ползли, я уже не помню. Погодите. Да. Мы здесь все видели, все находили. Мы просто по кругу зачем-то идем. А как мы туда пришли? Вот здесь он за нами гнался. Вроде бы. А, я не знаю. Еще две картины. Где? Почему я их не видел? Там зона-то не очень большая была. Слушай, а три картины не хватит тебе? Три картины. Остальные попозже принесу, честно. Нет, принеси мне все картины. Что за халтура? Не хочу я всего три. Нужно больше. Куда же мне подать себя-то? Так, это эксченджер, не нужно. Мы получили какую-то ключ-карту. А, здесь мы можем прятаться. Хорошо. Раз, два, три, и все. Выходим. Прекрасно. Сюда? Нет. Ага, вот еще. Стоп. Мы здесь не были. Правильно ведь? Или были? Как будто бы были, но я не видел эту вентиляционную. Значит, нам... Давайте направо-налево быстренько. Раз. Слушаем.
когда ты анимируешь, это настолько больше, чем просто движение. Это путь жизни. Это искусство. Страсть. Каждое маленькое движение — это эмоциональный крючок для аудитории. Сделай не так, и ты их потеряешь. Ты должен прожить персонажа и нарисовать их. Ты должен чувствовать движение в своем уме, отыгрывая их в своей комнате. Картина. Сегодня я часы. Танцующий хранитель времени. Тик-ток, тик-ток, тик-ток. Смотри на мои движения. Смотри на кадры моей анимации. Мне еще так много персонажей осталось анимировать. Тысячи кадров. Но пока что я просто часы. Тик-ток, тик-ток. Черт! Она закрылась, и я не послушал, что там было. О, нет. Это останется для нас загадкой. Смотрите, последняя картина. Куда? Сюда? Прячемся! 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 О, отрыжка. Демон. Что ты ел? Души, конечно же. И имена чьи-то. Он хотел мое имя сожрать. Все, мы нашли все. К сожалению, не послушаем эту аудиозапись, но это уже вы сами сделаете, если вдруг захотите. В какую сторону идти? Ой, нет. Нет, ты же не станешь за... Ты же не станешь туда забираться? Ты же не можешь в мои нычки залазить. В куда? Сюда? Чуть-чуточку я запутался. Чуть-чуточку совсем нет. В другую сторону. Мы точно здесь были уже. О, посмотрите еще. Так, здесь просто жетоны, ладно. Ну в какую сторону ты хочешь, чтобы я пошел? В какую? Погодите. Где-то мы уже близко. Где-то мы уже совсем рядом. Идем вот сюда. Да. И сейчас мы как раз таки придем к картинам прямо. Ты не можешь прятаться вечно. Я найду тебя. Пожалуйста, не надо. Все, отлично, наконец-то. Все, открывай. Ты! Я же тебе картины принес! Как ты можешь так поступать со мной? Все, я тебя собрал. Теперь я тебя собрал, как твои картины. Смотрите, а это что? Никто не хочет смотреть на мои картины. Я работал так усердно над ними, так долго. И это все мои оригинальные работы. Я заставлю людей на них смотреть. Они увидят, насколько я талантлив. Но погодите, что если кто-нибудь посмотрит на них и заберет все мои прекрасные идеи? Нет, они не могут этого сделать. Это мои оригинальные персонажи. Мои! Не воруй! Не воруй! Какой-то сумасшедший человек еще и выбежал на меня, напал. Зачем? Открой, да, хорошо. Стоп! Стоп! Мы можем сохранить игру в любой момент, и мы момент этот поймали. Сейчас сохраняемся. А? Что это? Где мы? Проекторная? Загадка. 100 пудов. 1, 2, 3. Или нет? Это так. Сначала скетч, просто набросок. Потом прорисованный, а потом... Другой кадр просто. Если будешь смотреть один и тот же дурацкий мультик, то рано или поздно сойдешь с ума. Я начинаю забывать, что если они хотели изменить меня... Хорошо, что я делал записки. И что это за маленькие числа в углу экрана? Это что, какой-то код? Мне лучше посмотреть на раскадровку. Фил Кларк. Код 1, 2, 3. В чем код здесь? Какой-то очень простой код. Смотрите. Когда я впервые...
впервые вошел в этот мир. Это была неприрученная дикость. Безобразная, кишащая глушь, управляемая улыбающимся демоном. Из хаоса я создал порядок. Из порядка я создал мир. Однажды, отрубив змее голову, змея начнет тихо кровоточить на землю. Единственный вопрос, который остался. Что если голова отрастет снова? Такой он, конечно, криповый чувак. Смотрите, в чем здесь суть? Раскадровка. Где раскадровка сама? О, нет. 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 Все в порядке? Все в порядке? Хорошо. Как он так взял, пришел? А что я сделал? Просто я взял шоколадку. О, куча энергетиков. Я не знаю, где раскадровка. Ну ладно, давайте попробуем проекторы нажать. 2, 3, 4, 5. Нам нужно создать историю какую-то. Он... Вот пчелка, 4, да? Он к ней... Я думал, это цветочек. Это не цветочек, или что это? 4, он к ней он нагибается такой, и потом бежит, но это вообще не Бенди даже. Срывает. Цветочек видит, цветочек... Ага. 4, 3, 2? Наверное, это правильно. Значит, 4, 3, 2? А-а. Но ведь это правильная история. Где-то нужно найти раскадровку. Я не понимаю, правда, где? Давайте отсидимся чуть-чуть. Выходим. Все, мы сбросили демона. А где же раскадровка-то? О, посмотрите. Сорвал. Потом... Нагнулся и убежал. Сорвал, нагнулся и убежал. Но убежал не Бенди, а какой-то без ушей. Значит... Бенди сорвал, Бенди нагнулся и без ушей Бенди свалил. 5. Это единственный, который убегает? Это единственный, который убегает. Значит... Получается 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ей! Проходим дальше. Где можно сныкаться? Сразу ищем. Вот, бочка. Давайте это и сделаем прямо сейчас. Я не хочу испытывать судьбу и оказаться в каком-нибудь невыгодном положении. Я все-таки молодая девушка и не хочу оказаться в невыгодном положении в таком стрёмном месте. Пошли вы, пошли вы. О, ты куда дальше меня ведет, я не знаю куда. Пройдем, посмотрим. Ты жива или мертва? Все хорошие компании состоят из троих, они говорят. Бенди, Элис и Борис. Просто это работа. Поэтому, когда я показала своим коллегам новый дизайн для 4-го члена банды мясников, я практически слышала отвращение за обеденным столом. «Девочка-призрак?» — они спросили. Никто этого не поймет. Они просто смеялись над моими рисунками, сминали их, как будто это мусор. Но я заручусь поддержкой мистера Дрю. Она была 4-й. Он поймет. Он должен. Карли должна быть частью банды мясников. И она будет любима всеми. Так или иначе. Я сделаю Карли живой. Столько здесь этих аудиожурналов. Я могу вообще не комментировать игру. Бумаги подписаны, аниматоры наняты, ArcGate Pictures открыто. Сегодня с 9 часов утра Бенди и вся его анимационная шайка будут... Нет, нет, нет. Воткнул меня свои когти.
Где там негде было спрятаться? Поглощены. Смерть — это только начало. Все-таки мы сдохли. Ха, смотрите-ка. Как же так? Там же вообще негде было прятаться. И где мы теперь? Что это за место? Это автосейв такой? Еще раз, берем этот плеер, слушаем его. Бумаги подписаны, аниматоры наняты, ArcGate Pictures открыто. Сегодня с 9 часов утра Бенди и вся его анимационная шайка будут приближать мне. Я признаюсь, как-то странно ощущается, когда у тебя в руках наследие твоего друга. Сохранимся. Но я думаю, Джои было бы спокойно, если бы он знал, что они в надежных руках. Тебе просто надо верить, он часто повторял. Он был такой шоумен. Борис. Но я верю, Джо. Я всем сердцем верю. И, кстати, Элис про него рассказала в первой части, что у него там, что у нее волк. Я не сразу понял, что она о Борисе говорит, что это же волк, а не собака. Э! Что за маньяк? Сумасшедший. Здесь прячемся. Отсиделись. Окей. Я не знаю, хватает этого или нет. Ну давай же, дергай ручку. А что у меня на руке какая-то саламандра была нарисована? Оу. А, мы сверху пойдем. Давай, прыгай. Прыгай. Кстати, прыжок отнимает стамину тоже. Воу! Фух. А! А ведь я мог упасть. Я просто представляю, как бы люди относились к смерти, если бы были бы автосохранялки. Так, сюда. Сюда. Какая сложная система. Так, ты! Че, застрял, да? Жирная жопа. О! Приветствую. Вы ищете выход отсюда? Да, это было бы здорово. А вы что, застряли там? Да, боюсь, это означает... Вы тоже застряли. Вы не можете двигаться? Не могу. Но, возможно, вы можете сделать меня не застрявшим. Я постараюсь. Ага, это добрый человек. Человек-слизняк. Наша рука. Я не ожидал такой реакции. Мы помогли ему, а теперь нужно за ним следовать, судя по всему. Но это вниз. А не вверх. Здесь... Это небезопасно. Хорошо, этот прыжок веры мы решили сделать все-таки. Оп. Спасибо вам большое. Зовут Портер, кстати. А вы? Одри. Одри? Одри. Одри. Нет. Вам не подходит. Я буду звать вас Бобби. А? Я хотел бы сказать вам спасибо, что вы меня спасли. Вот вам подарок. Что-то, что я выучил. Или узнал. Вот и все. Оно передалось. Теперь ты можешь двигаться, как я. О! Пока, Бобби! Постарайся не умереть! Люди, заперты здесь... Так, это было странно. Люди, заперты здесь, могут получать способности какие-то. Итак, используйте способности на коротких расстояниях. Окей. Давайте посмотрим, как это работает. О-хо-хо-хо-хо! Сейф! Тут нет кнопки автосейфа. К сожалению. Вот этому зон пошел героический. Мне нравится. Теперь в какую сторону нужно идти?
Мы снова здесь. А, мы как раз таки преодолели тот разлом, и теперь мы можем пойти. И теперь мы... А, заметила. Бить, бить, бить! Как-то с женскими особями легче справляться. Стоп. Закрыть. Он меня не видит. Ха-ха-ха! Внезапно! Внезапно! Запинать! Ладно, один удар пропустил, ничего. И куда? Куда? О, энергетик. И токены. Взяли. Ждем. О! Черт. На контратаке! На контратаке! Сколько тебе надо ударов? Смотрите, а сейчас хорошо, не прокоцался даже. Куда нам теперь нужно? Нам сюда точно не нужно. Погодите, я походу понял, там же была еще одна пропасть, где-то вдалеке. Кстати, отождемся немножко. Все, можно идти. Вот сюда? Тук-тук. Тук-тук. Да. Да, 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 да. Вот сюда. Что? Куда меня кинуло? А. Что-то просто все пролагало и меня повернуло назад. И я немножко запутался. Вот здесь. Нет. Да что опять происходит? Кто включил музло? Они не видят меня вот так вот. Тогда внезапное уничтожение! Изгнало в лужу. Использовать карту. Не успел забрать. Прикиньте, не успел забрать. Что-то... Что-то я не понимаю, в какую сторону идти? Правильно? Или нет? Тебе не обязательно меня убивать. Что открылось? Где что открывается? Кто? О! Не ждал тебя здесь увидеть. Погодите, значит, вот. По-моему, нам вот сюда нужно. Да, лифт. Куда? И откуда я появился? И черт, это было очень тупо. Так, да, да, попробуем снова. А, нужно подождать, пока она восстановится. Давайте сохранимся. Блин, мне придется вот так сохраняться, потому что автосейвы здесь очень уродские. Есть! Мы преодолели. Что это? Что это? Какие-то чернильные сущности. Может, нам нужно... А мы что-то не сделали? Закрыто. Ну я... Да, а почему? Может быть, рычаг дернуть? Нет. Воу! Темная бездна. Помню тебя. Одри. Дитя тьмы. Я дитя тьмы? Кто я такая? Я вообще не знаю, кто я такой. О, посмотрите, суп. Супец, это хорошо. Короче, да, вот новое место. Мы идем сюда, это правильно. Я не знаю, здесь надо что-то искать или нет. О, пончик надо искать. Самый важный предмет в игре.
очень куча этих ящичков. Они все практически открываемые. А я что-то не помню, в прошлой части демон с нами общался? Он как-то прям очень хорошо контактирует с нами сейчас. Не похоже на него. Он поумнел? Или я слышу его как-то иначе? С помощью своей сущности. Не знаю. Итак, попробуйте разобраться в этих странностях. Этот чувак, Томас Коннор из группы Гента, он захватил заднюю область шкафчиков. Судя по всему, мне придется передвинуть свой офис картонных коробок куда-то еще. Он дал мне код от этой двери на случай, если мне нужно будет туда зайти когда-нибудь и прибраться. Я написал код положил в свой ящичек. Это 8-й шкафчик от постера с красивой девушкой на нем. Но я вам говорю, если этот парень продолжит причинять неприятности мне, я сваливаю! Это Уолли Фрэнкс! Ой! 8-й ящичек от девушки, от постера с девушкой. Ищем. А где здесь спрятаться, если что? Я не хочу, чтобы демон появился. Вот, можем спрятаться. Окей, давайте обнулим. Это, по-моему, самый забавный персонаж. Он всегда сваливает, но никогда не сваливает. Так, постер с симпатичной девушкой. 8-й. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 215. Дверь. 215. Есть. Сохраняемся. Есть. Гент. Идите к апгрейдной станции. Апгрейдная станция? Это она? Наконец-то! Апгрейд. Что мы апгрейдим? Вообще, он сам это делает. Нам даже не надо ничего думать. Тут нет никакого менеджмента. Посмотрите! Ну, толком ничего не изменилось, только визуально стало круче. Сюда мы кладем батарейку. Без понятия для чего. До сих пор не понимаю. А! Теперь мы можем заряжать нашу трубу. Когда вы зарядили трубу, вы можете тратить энергию, чтобы открывать особые замки Гента. Вот это как работает. Слушайте, прикольно. И мы столько уже батареек собрали. И еще больше. И всяких шестеренок набираем. Больше батареек, больше шестеренок. Надо было все ящички там открыть. В той раздевалке. Но ничего. И еще батарейка. Кажется, это все. Значит, замки мы можем теперь открывать, да? Ну-ка, сядем. Посидим на дорожку. Какие? Вот эти замки. Типа, а, просто вот так. Вставил, смочил слюной. И от дверь открылась. Хорошо. А, мы просто снова вернулись сюда. Ладно, я не буду все ящики смотреть. Так... Их куча будет здесь. Стоит ли мне сражаться или лучше бежать? Ой, или лучше бежать? Ну я их скоплю таким образом. А, лучше бежать. Слишком много. Все. Хорошо. А, нет! Это ты тот чувак, про которого говорил Уолли, да? Они ползают. Гады ползучие. Все. Ты здесь. Ты здесь, я тебя слышал. Теперь мы сможем пересечь эту пропасть. О, сейчас. Подойдем сзади. Да господи, что за подлагивание бесит. Все. Оп! Эй!
Какого дьявола? Ну, работай! Спаслись? Нет, еще одна смерть. Почему не работал замок, я не понял. Мне интересно просто опять, где будет сейчас автосейв? У меня уже заапгрейдженная будет труба или вообще очень далеко? О, нет. Ну, в принципе, не особо далеко, ну ладно. Это терпимо. Это все терпимо. Все, да, мы здесь. Да, опять вот так вот прокручивает. Сохранимся сразу здесь. Ой. Они вообще меня не видят, они тупые и слепые. Оп. Блин, там их целая куча. Слушай, нужно отсидеться где-то. Не хрен зайди отсидеться. Full charge. А! Нам нужно зарядить в первую очередь. Вот оно что. Мы, получается, полностью тратим заряд этой трубы на одну дверь только. Значит, нам нужно вот туда. Вот почему так много было здесь монстров. Потому что игра знает, что я пойду сюда. Берем, заряжаем. Вот такая сложная система. Почему это должна быть обязательно труба? Быстрей. Все. Ну, наконец-то продвинулись дальше. Давай, открывай. Он скоро может появиться. Давай, давай, давай. Где спрятаться? Где спрятаться? The keepers. Хранители видят все. О, есть. Как-то, по-моему, раньше в Бенди мы видели, что немножечко, потихонечку чернилы повсюду проявляются. А здесь внезапное появление. То есть игра рассчитывает, что мы забудемся и проиграем. И она, в принципе, правильно. Твое путешествие закончится, когда ты будешь поглощена моим темным королевством. Здесь ты познаешь, что такое боль. Психологическая атака начинается. Это все из-за того, что... Да я просто случайно рукой царапнула. Нет. Здесь отдыхают артисты. Бенди. Это не живой Бенди. А где же тот маленький Бенди? Зачем я так делаю, блин? Это же не работает. Слышите? Чавкающие шаги. Ты во что-то вляпался, что ли, там? Сейчас сзади подойдем. Я и есть чернильный демон. Я само зло. Но мы реально поглощаем эти души. Возможно, им плохо от этого, я не знаю. Блин, как их много, как их много. Придется бить, придется бить, придется бить всех. И забьем. Оп, свалили. Укрытие. Нужно срочно укрытие. Любое. Любое сгодится. Там была бочка. Нет, не бочка, а шкафчик. Ну, а. Меня ж видят. Хреново дело. Оп. Вот такой фокус. Черт, черт, убьют, убьют. Нет! Все-таки убило.
О, блин! Ты-то откуда здесь взялся? Да что ж... Что ж вас так много? А это как штраф? Посмотрите, он оставил меня самым мизерным количеством ХП. Слушайте, ну враги здесь такой. Челлендж представляют определенный. Я пока еще не понял, как с ними сражаться. Надо поесть. Ну хоть так. Ой, зачем я это сделал? Батареечка. Вот здесь. Можно сныкаться. Хорошо. Вейдинговая машина. Ну, наконец-то. Все-таки игра настаивает, чтобы мы по стелсу играли. Господи, стелс это так нудно для меня. Я вот меньше всего люблю стелс. Ну, я просто реально не встречал еще крутых игр по стелсу. Серьезно, ни одной игры. Джои, как ты заметил на прошлой неделе, что это занимает очень много времени для всех сотрудников. Ладно, The Last of Us была кровь. Добраться до дома каждый раз. Прибавить к этому пробки и ожидание лифта, и у тебя получается буквально пара часов, прежде чем ты снова проснешься и должен будешь идти на работу. Поэтому Джои построил комнату отдыха для художников. Для нас. Теперь нам вообще не нужно покидать работу никогда, сказал Джои. Ну, я должен признать, что эта комната стала довольно-таки популярным местом отдыха. Получился своего рода жилой район. Но тут явно какие-то неприятные вещи происходят тоже. Курение, азартные игры, громкие вечеринки и типа того. И так всю ночь. Для места, которое предназначено для отдыха, здесь слишком много шума. Просто не сработало, прикиньте. Чё за прикол? Так, мы вбили. Сауна. Ага. Мы открываем различные секции. Lost and Found. Давайте, раз мы видим Lost and Found, давайте пойдем туда. Простите. Lost and Found сюда. Мне не нравятся здесь эти длинные коридоры. Навевают как-то. Что? Flow. А, и вот что это такое было. Это мои чернилы. Слушайте, здорово. Итак, мы взяли чертежи. Давайте сейвку сделаем. Самое время. Так, это что? Тоже апгрейд? Нужно 12 вот этих штук. Еще куча деталей, простите. Нам еще рано. Ах, ладно, потом. Все-таки надо стараться лутать как можно больше. А как нам? А. Блин, это очень крутая механика. Это так естественно выглядит. Я как будто бы чувствую, что это я такой фу-фу прошел, и это реально не препятствие для меня. Все эти расстояния. И я как... Как птица в полете себя чувствую. Очень натурально. Ладно, Lost and Found нам пока еще рано, судя по всему. Мы можем попробовать... Женщина. Очень неприятная женщина. Ладно, она меня увидела. Как мне с ними справляться? Я что-то вообще не понимаю. Ладно, следующий у нас есть upper beds. Блинушки. Все, никак не получается. Не получается. А вот он отпрыгивает назад. Я не могу. Еще раз. Кстати, тут тоже апгрейд есть. Значит, мы не упустили. И нам не нужно будет возвращаться прям туда обязательно, походу. Мы взяли чертеж. Здесь... Спальня. Мы туда уже вроде как ходили и ничего не нашли там. Но я бы еще раз посмотрел чуть-чуть более внимательно. Тут только вейдинговые машины. Да, все, больше ничего нету. Тогда нам нужна третья локация, в которой мы еще с вами не были. Это сауна. Которая... Без понятия, где она. Сауна, ты где? Походу, вот. Вот там дверь так дергается неприятно. Что это? Мы можем убрать.
не можем. The sweet или sweat. We cannot be clean. По нашему поту мы не можем быть очищены. Мы не живем вечно. Когда нас убивают или разбирают на части, наши усопшие души возвращаются в чернилу, чтобы переродиться. Бесконечный круг мучений. То есть эти все, кого я убил, они, получается, просто снова возвращаются, и чтобы я их снова убил. Весело звучит для меня лично. Но иногда что-то происходит еще похуже. Душа может проскользнуть в чернилу полностью и застревает между мирами, не имея возможности ни умереть, ни вернуться. Они просто плывут в ночи, дрифтуют в тенях. Фантомы, машины, призраки. Черт, сзади подошел ко мне! Хорошо, вы это делаете. Это сауна? Это мы в сауне, я не понимаю. Так, нам нужно брать всякое. Что-то я взял, непонятно что. Больше ничего нету. Окей. Оп, батаричка. Оп. Всякие предметики. Я не знаю, что вот с этим делать. Ладно, пойдемте наверх. Мы там еще не были, походу. Мы бегали здесь только, чтобы спастись от толпы. Но не исследовали ничего. Вот тут ящики, чтобы скрыться. Это не пробить. В ту сторону можно пойти. Так, вижу там какое-то количество огромных ящиков. На лифте. Слушайте. Идет. Я должен понять, как противостоять им в бою. Хотя, вроде как, мне не рекомендовали с ними сражаться. Да ладно. Ты что? Смотрите, да ему просто наплевать. Он просто меня жрет, убивает, делает, что хочет. Так, еще сейчас один выпрыгнет, да, на меня? Где? Сколько можно? Сколько можно? Мне нужен покой. Пока не могу. Хорошо, вот моя возможность. Оп! Ладно, это как-то работает. Наверное, придется просто перемещаться. Я хотел им сказать, что он что-то замышляет. Я пытался. Вот есть кто? Как он медленно идет, но я еще медленнее ползу. Я еле догоняю его. Надо быстрее. О, что-то вижу. Управление. Управление вот этими ящиками как раз таки. Давайте, нужно его поглотить. Поглотить во имя покушать. Оп! Хорошо. Слушайте, эти ребята из банды, они очень опасные. Гораздо опаснее, чем эти. Так, стоп. Мы можем заапгрейдить, чтобы получить эту карточку. Но нет, я хочу заапгрейдить свою штуку. Карточка не нужна. Смотрим. Я поместил ключи от крана в Lost and Found. А, в найденных вещах. Какие-то клевые ключи. Короче, надо идти в Lost and Found. Я же там уже был. Lost and Found. Вау! Оп! Ты смутилась? Она на развороте. На развороте меня все равно ударило. Но это хорошо работает, я уже понял. Так, давайте быстрее. Оп! А я долго так могу перемещаться? В плане, как далеко я могу перемещаться? Я вот сейчас нажал мышку один разок, и все. Сразу отпустил. А если ее удерживать, что будет? В принципе, ничего особого не будет. Ключи, ключи, ключи. Стоп. О! А почему я не взял в тот раз это? Я не дотянулся и забил. Ну-ка, сейчас у нас хватает, чтобы апгрейдить? Не хватает.
А! Как и не заметил. Не дали попить даже! Что ты хочешь от меня, демон? О, не успел. Я попью, понял? Я всегда добиваюсь своего. Хорошо, мне кажется, мы можем выходить. Мы можем сохраниться, кажется. Ага. Все, миновала опасность. Знаете, что подумал? А какие возможности нам предоставляют... Что? Внимание, дети машины. Это Уилсон. Кто-то распространяет ложь о том, что чернильный демон был обнаружен в аллее аниматоров. Не обращайте внимания на те дурацкие слухи. Я уничтожил демона сам. Он умер в моих руках. Так что не бойтесь. Ваш друг Уилсон защитит вас. Какой он мерзкий. Сейчас нам нужно убить этого чувака. Здесь ничего нет. Хотя можно и не убивать, я думаю. Я что хотел узнать? Насколько я могу высоко забраться с этой способностью? Супер! Я правильно понимаю, что я просто могу вот так вот раз и оказаться в воздухе, если я туда... перемещусь, наверное. Теперь что? Тупо получилось, да, согласен. Ну, слушайте, я просто убью сейчас. Так. Сныкаться! Могу! Коробки все рассыпались! На балкон! Блин, почему на балкон не залез? Мало энергии у меня, да, было? Мало тяги. Наверх! Слушай, меня просто сейчас убьют, их же очень много! Биться бесполезно! Балкон! Оп! Стоп! Спрятаться! Черт, меня дери, как же вас много! Хреново работает, через бордюры не работает, я понял. Все, последний удар мне, я сдохну. Бежим! Они смеются над моей беспомощностью. Сюда мы можем залезть? Ну хоть сюда. Я же как бы уже был в шкафу. Я обнулил? Нет? Нам нужно ее похавать. Нам нужно похавать ее срочно. Она не видит меня. Это очень хорошо. Осторожно. Да. Значит, нам нужно обратно вернуть этот кран. Нет? Как нам на него попасть? Вот я еще вижу какой-то балкончик. Может быть, оттуда? А как туда попасть? What is it, Wilson? What is it?
Давайте спрыгнем аккуратно. И вот сюда. И вот сюда. Черт, игра заставляет. Игра прям реально заставляет опасаться их и шкириться. Можно выйти, мне кажется. Нет. Окей, окей. Всего одна. Всего одна меня заметила. Есть! А-а-а, фух. Да, нам не нужно было на этот балкон идти. А может быть, нужно? Вдруг там что-то есть полезное. Там вот два мусорных бака есть. Вот сюда. Да, здесь дверь закрыта. Может быть... Что это? Моторное масло. Мы подобрали воспоминания. Что за воспоминания? Что я на помойках рылся? Раз, два, три. Их здесь трое или четверо, да, осталось? Минимум. Ну все, ну наконец-то, боже мой, разобрались. Слушаем. Я не очень-то хорошо сплю последние ночи. Обычно я могу отделить себя от офиса, когда я возвращаюсь домой. Но в последнее время я чувствую, что что-то назревает у меня в голове. Все мои мысли о выставке Joy Drew, которую мы открыли на прошлой неделе. Снаружи, помимо одного или двух художников, я не видел больше никого, кто бы туда ходил. Знаете, обидно, что многие из нас просто отказываются узнавать о прошлом. Прошлое может нас многому научить. Но все равно, с тех пор, как мы перенесли туда все старые вещи Джо, появилось очень странное чувство в Аркгейт. Как будто призраки прошлого гуляют вокруг, взывают ко мне. Как вы думаете, у нас есть детали? У нас нет деталей. Ладно, я так понимаю, можно не заходить вот в эти штуки, не прятаться. Потому что тут главное двигаться именно, а не оставаться в одном и том же помещении очень долго. Заряжаем. То есть именно наличие меня в одном месте долгое заставляет демона появиться, а не просто то, что я долго не прятался. Ну, видимо. Так. Battery refill. Здесь мы закончим. Это отличная точка, чтобы закончить. Что там дальше будет, я не знаю. Подписывайтесь на канал, чтобы пройти эту игру вместе со мной, не пропустить никакие видосы. Вот здесь плейлист будет по этой игре. Здесь другой видос, который тоже вам понравится, пока вы ждете видео по этой игре. С вами был Юджин, друзья. Всем спасибо и всем пять!